Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами классным инструментом, который называется коридор веса. С его помощью вы сможете регулировать свой вес и не вылазить за допустимые границы. Решите для себя, какой вес для вас является нормой, какой сигналом притормозить, а какой вовсе недопустимым. Это будут, соответственно, зеленая, желтая и красная зоны. Зеленая зона. Все окей, вы в зоне вашего нормального веса. Установите здесь границы в пределах плюс-минус 1,5-2 кг от вашего желаемого веса. Желтая зона. Вы вышли из вашей нормальной зоны, поэтому пора принимать действия, чтобы вернуться обратно в желаемый вес. Начните вести дневник питания и верните рацион на снижение веса. Красная зона. Как вы проехали желтый, не заметив? Подумайте, какие события в вашей жизни могли это спровоцировать. Начните вести дневник питания и верните рацион на снижение веса. Используйте коридор веса, чтобы неожиданно не проехать на желтый и не оказаться с лишними килограммами. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!